дети? Мотор. Всем привет. Просто показывает, кто у меня тут. В общем, вечерние посиделки на кухне. Снежана готов рисунок. Рассказывай, Снежок, что тут нарисовала. Показывай нам. Это у меня тут сердечко и кошечка. Кошечка гуляет этот на улице. А еще что нарисовано? Еще птички летают. А Егор у меня нарушил правила. Мама сказала на столе не лепить. Сейчас придется мне весь стол отмывать от пластилина. Все, давай, Егор, ты следующий. Иди сюда. У Егора вот такая картина. Ну, рассказывай процесс какой. Ну, давай, рассказывай, что у тебя здесь. Белочка собирает яблочки. И они пошли домой, котик с собачкой. И тут солнышко выглянуло. Угу. Даже что-то попытался написать. Прощай, сад. Ну да, они садик заканчивают у нас. А когда мы закончим, мама? А сколько еще такая белочка? Мам, сколько? Полтора месяца вам осталось ходить. Мама, это долго. Кто там у тебя? Давай посмотрим. Вот. Ой, какая-то животинка тут. Сейчас сфокусирую. Вот такое. Даже с хвостом. Ну что, Василиса Сергеевна? Я даже пластилином буквы леплю. Давай мы вот так развернем, чтобы мне не переходить туда. А то я... Вась, мне неудобно немножко. Давай развернем вот так, и ты мне рассказывать будешь. Подожди, вот так, а то я... Можно сначала свет сделаю. Падает, не знаю, как встать. Можно сначала темно. Сделаю. Нет, уж рассказывай давай, уже включили, все. Это прощальный салют. Это белочка с нами прощается, птичка с нами прощается, орешек от удивления вырос, солнышко с нами прощается, вишенки расцвели, яблочки, цветочки, кустик. И вот. Угу. Постелила буковки. Ну вот смотри, буковки-то написала. Вот здесь-то вы правильно у Егорки-то. Букву после «щ» нужно «а» писать. А ты «я» написала. И одну буковку перенесла, от слова оторвала. Как она там, бедная, одна будет? И краткую-то. А в слове «са» нет одной буквы. Ты еще не доделала ее, да? Ну, «сад» ты просто не дописала. Вот смотри, где буковка «я» у тебя? Покажи, где она у тебя. Вот, надо было буковку «а» писать. Есть такое правило, запомните его. Чаще пиши с буквой «я». С буквой А. Опа. Кто там у тебя? Буква А. Правильно. Смотри, сейчас кто выведет. Такое коротенькое видео. Скажите всем пока. Подожди, мам, я хочу сказать. Давай. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Можно я скажу? Всем пока-пока. Ой. Так нельзя. Мам, всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, а мы будем вам показывать очень-очень интересные видео и просмотры. В общем, будем мы стараться, да? Да. Мам, я тоже хочу. Сегодня только картинки с пластилинкой. Я тоже. У нас здесь пусик. Вот он такой. Ты пришел с улицы, не трогай, он грязный весь. Как бомжонок. Кс-кс-кс-кс-кс. Вот такой он, лентяй. Грязный весь. Ну давай, Егор Сергеевич, только кривляться можешь. Всем пока-пока, подписывайтесь на наш канал. И? Ставьте лайки, не забудьте просмотры и кушайте тщательно. И пейте. Что? Пейте молоко. Пейте молоко. В общем, Егор у нас как всегда. Я не буду вырезать. Улыбнитесь вместе с нами. Все, всем пока. Хорошего всем настроения. Василиса истерика. Пей.